Hola, amigos. Как и обещал, первый Dark Souls. Пока что я не уверен, что это будет прохождение. Может быть, окажется, что не так интересно, как кажется мне или вам. Потому что, ну, я 2 года назад уже сделал подвиг и прошел эту игру. Да, ёб твою мать, как принять-то? Чё, на джойстике-то не работает? Вот, 2 года назад я уже прошел эту игру. А, это был нереальный подвиг. Не очень-то хочется проходить ее еще раз, памятуя о том, для чего это сложнейшая игра. Ну, тут я знаю, тут надо выбирать на самом деле какого-нибудь. Ну, магом я играть никогда не пробовал и не любил играть в Dark Souls магами. Это какая-то геморройная хренотень, постоянно что-то таскать какие-то эти предметы там. В одной руке там какая-то зачарованная хренотень, в другой посох, что-то пытаешься там, рожаешь, ну-то, не знаю, вообще не моя фигня. Видел я игры, где маги реализованы и получше, короче. Но я не буду начинать бездомным эту игру, потому что... Без очевидных эффектов, ну и нахрен она. Двойная человечность пусть будет. Потому что... Так, где тут качок? Подождите, большой торс, вот, все. Остальное насрать. О. Эмо бой. Синий есть? О. Фиолетовый, нормально. Но на самом деле здесь вот этот разводняк в начале на тему того, что играть нищим на самом деле сложнее всего. Чушь собачья. В эру древних мир был бесформенным, его окутывал туман. Это была земля серых утесов, древних деревьев и присносущих драконов. Но затем был огонь. И с приходом огня все распалось на две части. Жар и холод. Жизнь и смерть. И, конечно, свет и тьма. Из тьмы пришли они, мигранты из Африки. И они нашли в пламени души повелителей. Чё, бля, мышка на экран вылезла? С какого хера-то? Это Нито, как я понимаю. Нито, первый из мертвых. Владыка Газа, директор Газпрома. Видите, вечный огонь из руки. Ведьма Изолита и ее дочери Хаоса. Гвин, повелитель света, и его верные рыцари. И хитрый карлик, которого так легко забыть. Моя прелесть, моя прелесть. Реально голым какой-то. Воспользовавшись силой повелителей, они бросили вызов драконам. Молнии Гвина разрывали их каменную чешую. Ведьмы призывали огненные смерчи. Нито насылал смерть и болезни. А ногой Сид предал свой род. И драконы сгинули. Ну, ногой Сид чертополох-то известный. Только я вот... Ну, эта игра нихера ничего не объясняет, конечно же. Кроме того, что так началась эра огня. Но я не понял. Ну, предал их ногой Сид. И что, он рассказал, как драконов убивать или что? Но вскоре пламя погаснет и останется только тьма. Даже сейчас лишь тлеют угли, и человек видит не свет,
но бесконечную ночь. А вот главный герой, который я выбрал, помер. Узнал по доспехам. А среди живых ходят проклятые носители знака тьмы. Знака горящего пукана. Короче, почему играть за нищего на самом деле проще? Потому что там все очки распределяешь в процессе сам. То есть у каждого класса есть энное количество очков в начале игры, которые распределены неправильно. То есть там у рыцаря там на магию на какую-то может быть какое-то количество очков брошено и так далее. То есть, а там вот минимальные очки, и ты сам с нуля как бы прокачиваешься. Ну просто вначале мне не хочется сейчас бегать там в одних трусах. Искать щит, кинжал, я лучше так сразу хоп-хоп. Потому что начало у этой игры занудное на самом деле. Плюс сейчас, возможно, глаза будут от этой графики кровоточить, потому что, ну, игра не молода. Помню, когда я первый раз запустил эту игру, знаете, я знал, что во всех играх, да, РПГ есть такая политика, что ты начинаешь полным абсосом, у тебя ничего нету, какой-нибудь там ножик, какая-нибудь рвань одета. Вот, базовый доспех, вот, и ты там начинаешь прокачиваться, там, производить какой-то улучшайзинг, находить какие-то шмотки, короче. Но когда я начал за нищего проходить Dark Souls, я охренел не только от того, что мне из одежды оставили только трусы, и то там не трусы, а так чисто косточку тряпкой прикрыть, но еще и кожу содрали даже. Посмотрите, мы начинаем уже сдохшим персонажем, это вообще ни в какие ворота не лезло. И вот после такого грандиозного... Кстати, что-то не врубаюсь, кто этот рыцарь, что он приперся. Ну, в этой игре довольно трудно находить ответы на такие вопросы. Вот, начало такое эпичное, да, что какие-то боги, типа, сила старших, там все дела, бросили вызов драконам, одолели драконов. А ты начинаешь каким-то бичом в какой-то ссаной тюрьме. Кто ты, что ты, что ты тут делаешь вообще? Каким хреном ты можешь в замес попасть? Ну, что от тебя зависит? Я вспоминаю управление. Охеренный кувырок. Вот это парирование, это удар. И это удар. Странно, у меня вроде на картинке был меч, а тут у меня ни черта нет. Сейчас. Dark Souls имеет своеобразное довольно... Ну, здесь еще инвентарь такой непонятный. Dark Souls имеет довольно своеобразное управление, надо заметить. Что он делает? Он бьет его и как бы радуется, что ли? Вот. Привыкнуть к этому управлению, это уже... Уже половина дела в прохождении этой игры, на самом деле. А учитывая, что я сейчас проходил Безумного Макса, где бить надо вообще на другую кнопку, это очень сейчас тяжко. Эту игру, первую часть, я сносил с компа где-то, наверное, раза 3 или 4, прежде чем прошел ее до конца, потому что, ну, во-первых, 3 раза подряд ты удалял уже на первом часе игры, наверное, когда вообще не понимал, какого хрена тут происходит. То есть, почему я все время дохну, еще раз дохну. Так, вот как бегать здесь, понятно. Понятно, все нормально. Непривычно только что блок не поставить, потому что щита нету. Да растопыривай ты быстрее эти ворота. Убегай. Ай-яй-яй-яй, я бы с радостью. Его еще нельзя, по-моему, убить, да? Вот этого толстожопого демона. Он очень похож на дежурного из того отделения, где меня сутки продержали. Такой же жирный, неповоротливый, ленивый. Тут, конечно, темнота, ни хрена нету, фонаря тоже нет. В этой игре даже факел такой суровый, надо его сначала найти, и он горит ограниченное количество времени. Нету паузы, да, чтобы на что-то хоть успеть в этой игре сориентироваться хоть как-то. Так, ну что там, во, все, блок можно ставить наконец-то.
Сука, поймаю, убью же. Ты еще. На самом деле, я поразился, когда посмотрел спидран по этой игре. Вот это вообще, конечно, чувак заморочился, чтобы пройти за сколько? За 32 минуты или за 38 минут? Что-то около того, он прошел эту игру, которую я проходил, ну, недели две, наверное. Сейчас просто дело в том, что никаких новинок более-менее приемлемых не предвидится. Ничего такого не выйдет в ближайшее время. Вот, поэтому хочется что-нибудь начать записывать такое долгоиграющее. Вот, видимо, тот рыцарь, который заглядывал в колодец. Какое-то время назад, минут пять назад, он был жив и здоров, и сейчас он почему-то при смерти. Да, заебись, тердоску. На самом деле очень темно, я просто нихера не увидел, что там. Да, это тот рыцарь. Еще убивает то, что для того, чтобы говорить тут с кем-то, надо подходить. То есть, чтобы полностью прослушать диалог, нужно начинать разговор несколько раз. Он не выполнил свое задание. Какое задание? Ударь в колокол пробуждения, откроется судьба жизни. Любимого лакомства нежити. Это хилочки. И насколько я помню... Насколько я помню, здесь Эстус восполняется... А может... Нет, наверное, все правильно. То ли у... Не у костра... Да ёб твою мать. То ли у костра, то ли не у костра. Я что-то вот это вот завтыкал. То ли у бабы, которая там... Почему нельзя лечиться на крестовину, блин? Так, а на крест что? Ага. Ага, все. Тихо, псих ты, ёптую. Еще прикололо. Невиданно просто, что здесь так за смерть жестко карают. Теряешь души, за которые прокачивался. То есть умереть страшное дело. Мало того, что начинаешь там далеко сзади, так еще и враги все оживают. Ну, парирование в этой игре — это одна из самых, наверное, кривых вещей. Работает оно просто через жопу. Обычных, то есть прибегать к парированию имеет смысл только в битве с каким-нибудь там, не знаю, боссом невероятным. У которого размашистые такие заметные предсказуемые движения. Вот его выгодно запарировать, чтобы тащить ему много урона. Но рисковать и парировать кого-то, какого-нибудь обычного моба там, скелетика, да, еще кого-то. О да, падение с высоты. Даже в следующей части падение с высоты, по-моему, не так круто сделано. Там нету анимации удара, как здесь вот. Тихо, толстожопый. Самое страшное — это провалиться в его скворечник. Там темно. Без факела. А факел зажигать опасно, может быть взрыв, наверное. Вообще демон, конечно, странный. Так и норовит приземлиться своей щелью. У него можно было, как многие знают, отжать дубину, короче, вот эту, если закидать его бомбами с потолка. Но для этого надо было вначале выбрать награду в виде черных бомб, чего я не сделал. Большой ключ паломника. Больше всего интереса эта игра, конечно, доставит тем, кто не видел и не играл в нее до этого. Вот это великое разнообразие боссов, которые будут рвать мою жопу вдоль и поперек. Это, конечно, да. А мне бы к костру, наверное, сбегать. Да, тихо ты, колода, что ты делаешь? Вот, здесь даже, я не знаю, какой-нибудь босс изначальных сильнее, чем финальный босс из Безумного Макса, например, там.
Этот член, я его убил там, я не знаю, с закрытыми глазами, наверное, мог его убить с первой попытки, соответственно. Вот. Ну ладно, обо всем по порядку, в принципе. Тут еще ни хрена непонятно, куда идти, там, без прохождения, без открытого в браузере прохождения эту игру. Можно было полгода, наверное, проходить, чисто не понимая вообще, куда идти и что делать надо. Один только спуск в колодец в старый Манор Ландо что стоил. Я просто вообще не понимал, почему я умираю. Здесь нету никаких этих... открыть дневник, посмотреть задания, карты нету, ничего нету, блядь. Игра просто полный хардкор. Но древние легенды гласят, что однажды мертвец будет избран. Где-то я уже видел такую ворону, похожую не во Властелине или Колец. А, ну как-то... Игра престолов, ночной дозор, ё-моё. Наверное. И полетел герой в страну древних повелителей. Еще в этой части надо беречь человечность, которая улучшает лут, как я, насколько я помню. То есть во второй части они много что изменили в сторону упрощения. Это многим не понравилось. Но мне нравятся именно боссы в этих играх, то есть все остальное у меня как-то до лампочки, а вот боссы это, конечно, да. Ни в одной другой игре нету таких крутых боссов, как здесь. В Лордане можно получить новые уровни и зажигать костры. Ну, новый уровень. А, нет, смотрите-ка. А для чего тогда к служительницам подходить? Не помню. Подождите, а что тут вес-то максимально увеличивает? Сейчас скажу, выносливость. Ага, вот загруженность. Хочу просто начать кувыркаться в нормальных доспехах своих. А то с таким кувырком ловить-то здесь особо нечего. Ну, подходить и разговаривать со всякими дебилами я не буду, потому что это неинтересно. Вот именно в этой игре эти разговоры они нахрен вообще не нужны. Ай, нравится. Я после этого отвык вообще к разговорам в каких-либо РПГ. Да. А еще я отвык играть таким донным персонажем. Я привык к своему, который в Хавеле кувырок мог делать. Да. Этот кувырок похож на какую-то кинокомедию, по-моему. Типа Робин Гуд мужчины в трико, наверное. Ёб твою мать. Вот утырок, а. И не упал ты, посмотри, а. Камера автоматом переключилась, и я чуть просто не грохнулся из-за этого. Уже анонсирована третья часть этой игры, пока они ни хрена, кроме трейлера и пары скриншотов, по-моему, нету, ничего не известно, но вроде как должна выйти мультиплатформенно, так что поиграю-то я в нее по-любому, поиграю, позаписываю, покуда уж на ПК выйдет. Ну, начало, я уже говорил, такое нудноватое. Пока здесь я все примерно еще помню, вот дальше начнется уже самое зажигалово. Ходить по темноте. Не, самое, конечно, что меня вгоняет в депрессию, это старый Анор Ландо с привидениями бессмертными. Это просто пиздец, а не локация. Я мамку дел. Того, кто решил ввести в игру эту жесть. Просто я там сдох бесчисленное количество раз, просто оступившись и упав в воду нахер. Не так страшны привидения... Вот урод, а. Не так страшны привидения, как то, что... Почему-то у меня 10 эстусов. Во второй части игры, чтобы 10 эстусов у тебя стало, надо было пол игры пройти для начала. А здесь как-то сразу щедро вывалили. Вот я не помню, это нормально или нет. Я в лицуху так-то играю. Мне никаких модов здесь нету.
Раз 10, значит 10. Вот, но я, по-моему, ни одного DLC не прошел для этой игры. Удачно приземлился. Вот во второй части я прошел все DLC-шки, а в этой части ни одной. Не знаю, с чем это связано, не помню. И вот туда можно допрыгнуть, можно, и там даже что-то лежит, но, блядь, с таким ущербным прыжком. Последний раз попытаюсь. Отлично. Он даже, сука, не успел. Даже не успел прыгнуть. Инвалид. Подождите. Ага, сразу на выходе из двери. Да пошел ты, мудофил. Конченый. Ну просто, я не знаю, лежит ли там... Что... Здесь в этой игре вполне возможно, что там лежит какой-то меч-кладенец даже. Либо у разработчика есть чувство юмора, либо туда очень-очень сложно запрыгнуть, а там лежит какое-нибудь говнище. Тоже вероятно очень. Но здесь еще политика в начале... Ни хреново, да? Вот этого я не помню. Здесь политика о том, что какие-то двери еще закрыты, нужно какие-то отмычки иметь, еще что-то. А, здесь нету, сука, твою мать, денег. Здесь все покупается за души. За то же, за что и главный герой прокачивается. Довольно необычная политика, надо сказать. До этого я такого не видел. Чтобы ресурс был на всю игру один. Что это за туалет, ёптую мать, что тут делать, а? Деревянный щит, радость какая. Я похожу в этой тяжеленькой броне до того момента, когда я в совершенстве вспомню все это управление, потому что сейчас я буду пропускать удары, пропускать много ударов, больше, чем следует. А, здесь только у центрального костра, по-моему, уровень... Нет. Вот этот костер очень... Знаменателен он тем, что именно здесь я, играя в первый раз, фармил себе уровень. Пока я не нафармил 35-й, я дальше просто не мог пройти, меня убивали скелеты. Каждый раз, когда ты, сука, садишься к этому ссаному костру, все враги твои, сука, встают. Поэтому здесь я и фармил. Выбил себе шмотки из этих говноедов, но я-то играл этим нищим. У меня ничего не было, мой персонаж бегал с голой жопой. Вот. А тут я хотя бы смог одеться как оборванец. К 30-му-то уровню. Плюс, помирая, постоянно становилась короче и короче моя полоска жизни. То есть я все больше и больше загонялся в тупичеллу. Вспоминать страшно эти мучения, конечно. Но зато... Ни одна пройденная игра не доставляла столько удовольствия, как это просто. Прошел Dark Souls, почувствовал себя, я не знаю, как будто в армию сходил, стал мужчиной, я не знаю. Как будто Эверест покорил просто, свершил что-то, блядь, невозможное. Свершил что-то несвершимое. Объял необъятное, впихнул невпихуемое, победил непобедимое, там, я не знаю. Опачки. Ну, теперь-то с опытом, конечно, должно быть попроще, мне кажется. Но фишка-то этой игры не в том, что чтобы обычных скелетов убивать. Фишка в том, что здесь сложны боссы. Вот, сука, каждый босс — это испытание, к которому надо подготовиться. Так, он что-то он продает, сука, нужное. Это нахер не надо. Ключ от жилища. Че он стоит-то? Требуется 1000 душ. Жесть. Ну и цены. Я буду жаловаться в антимонопольные ведомства. Да, вначале придется походить обсосом. Тихо-тихо, не махай. Не, торопиться не надо. Ай, блядь. Видите, как толпа мне задницу надрала не слабо. Еще мне кажется, что в этой игре он лечится быстрее эстусами.
как он по лестнице, просто как крановщик за получкой, я не знаю, довольно бодро забрался. Метательный нож, ну... А, вот как туда можно попасть. Ну, либо сдохнуть, упав с высоты, я не знаю, одно из двух. Спрыгнул как Бэтмен. Так, этот бомж не опасен. Ну что-то тут ничего... А, легкий арбалет, обычный болт. Не знаю, за каким хреном он нужен. Где спускаться-то? Падать, что ли? Вот, по-моему, смерть верная. Настоящая подстава. Упал сразу между двух врагов. Потерял жизни и здоровье при падении. Плюс они еще отбуцкали. Типичная хренотень. Да, я здесь уже был. Ну, вначале, да, игра заставляет тебя походить кругами. Дабы ты привык. Привык к отсутствию карты. Начал запоминать дорогу, какие-то ориентиры там. Первая часть игры, она еще феноменально сделана в плане игровой карты, что там идешь и выходишь в предыдущую локацию с какой-то новой стороны. Но это словами не описать, конечно. Так. Бездонная шкатулка позволяет получить доступ к предметам у костра. Я не знаю, каким предметам у костра и нахер они мне нужны. А вот ключик. По-моему, мне даже несколько ключей надо было. Потому что дверь-то здесь не одна будет. Еще здесь бег и кувырок на одну и ту же кнопку. И на нее же прыжок еще. Это вообще жесть. Я не знаю, людям, которые проходят эту игру на клавиатуре и мышке, надо вообще, не знаю, орден какой-то давать. Потому что, на мой взгляд, это невозможно сделать. По мне так, блин, вот джойстик — это единственный шанс вообще пройти эту игру. У него... арбалет с какой-то автоматической зарядкой, как я понимаю, что-то он, не перезаряжая, прям из него наваливать стал. Опа, что такое? А, там же сверху бросают. Да, я помню эту комнату. Сколько раз я тут сдох. Мобы норовят отпрыгнуть и похиляться, что очень прикольно. С этой стороны не открыть. Видите, какое говно. Ай, зря прыгнул. Треснувший щит. По-моему, здесь бесконечный инвентарь, да? Его можно захламлять сколько... А, он вес. Все имеет вес. Нет, он не бесконечный, да. Но дракон, которому можно скармливать эти предметы ненужные, появляется только под конец игры. Как и возможность телепортации, собственно. Черная бомба. Я буду, в общем-то, стараться. Я не хочу затягивать летсплей этой игры надолго. Возможно, серии будут выходить даже не каждый день. Но буду стараться за одну серию убивать одного какого-нибудь босса. Который, если найду еще его. Ну ты посмотри, а. Гренадер ссаный. Бомбы падают. Бомбы падают, кстати. Надо бы их поставить. А, они и так стоят. Человечность он накопил. Что это было? Человечность он выпала, единичка. Наверное, из крысы в канализации. У этих-то бомжей нет нет человечности, они не люди. Душа.
душа невинного, невинного кого-то. Так, ну, первый босс, по-моему, он не очень далеко. Это телец. Ну, как недалеко? Я первый раз, когда играл, 2 дня до него шел. Ну, потому что полдня я тут левел себе фармил, чтобы персонаж перестал дохнуть. Эта игра научила меня использовать кувырок. До этого я вообще им не пользовался в играх. Ну, как бы есть блок, да? Обычно блок в игре, он совершенен. Раз персонаж поставил блок, то он отобьет. Сундук впереди. А что это такое? Иконка какая-то еще. Во второй части записки были без аватарок, скажем так. Золотая смола. Здесь можно спрыгнуть, но, по-моему, не нужно. Кто-то прибежит здесь, по-моему, и даст просраться. Блять. Во-первых, сука, их трое, они со щитами. Повторюшки, сука, поганые. Да давай ты нахрен, сдохни уже, к чертовой матери, тварь. Голем впереди. Какой голем? Я помню, что здесь есть босс один голем, но его отсюда не должно быть видно. А вот там, вот внизу, стоит, сука, рыцарь Саурон, блядь, который мне порвал... Порвал очко просто, вон он стоит. Я его еще полдня пытался угрохать, потому что я верил, что мне с него хотя бы сапоги какие-нибудь выпадут. Ай, блядь! Отлично. Жалко, что он бьет очень косо, этот враг. Был бы он точнее, я бы сейчас сдох. То есть он, пока я лежал, он попытался меня надамажить. Ну видите, да, какие заподлянки здесь творятся? Причем отпрыгнуть шанса не было, некуда. Лестница слишком узкая. Заперто. А это значит, что начинается, ёптить. 1237 душ я накопил, но это не очень большая сумма в этой игре. Потери и побольше бывают. 1020 душ можно просрать. Ну как бы ты умер, душ-то после тебя остаются. Умираешь еще раз, не успев их подобрать. И все. Но это для тех, кто не в курсе от того, что это за игра такая. И чем она так прикольна. И дорога сердцу каждого фаната. Ну и еще в первой части очень волшебные появляются боссы. Так, а где-то здесь. Ага, вон она. Незаметная такая лесенка, которая очень сильно помогает в прохождении. Это что такое? А, там арбалетчик. Вот утырок, а. Двое даже. Ага. Почему-то сильный удар не наносит больше урона, хотя должен. Сука, твари, в бою с двумя... Блять, аптечку протратить. А на босса оставить. Такой наплечник у него мощный левый. Ну, для того времени, в общем-то, видон такой красивый. И латы такие правдоподобно металлические. Все остальное-то здесь такое, фуфломицин. Но они, по-моему, насколько я знаю, графику чуть-чуть подправили. Графика раньше была намного, намного стремнее. Демон-телец. Ух как! А? Красота. А моему опа по башке. Ты меня там елдой-то своей не зацепи хоть случайно, ёпта, а то я там между ног тебя бегаю. Бамс. Да, увернуться от этой атаки было практически, сука, невозможно. Давай, быстрее, уноси жопу. Ой, блядь.
чудом, просто чудом. О, здорово. А я, сука, не знал, что он сюда залезть может. Вот это сюрприз. Знаете, что херово? В том, что надо было снять к херам собачьим эту броню ебучую, в которой у меня кувырок пропал. И отлично. Катапультировали. Шедеврально. Именно так Dark Souls учит не надеяться на броню, на тяжелую, а снимать ее нахер и в трусах сражаться. Попытка номер два. Сейчас, насколько я понимаю, телец уже должен стоять и ждать, нет? Нет. Значит, где он там меня нахлобучил на верхушке, вроде? Надо монаточки-то подобрать, барахлишко. Ай, сука. Меч бы найти богатырский. Что-то этот дамаг-то вообще не наносит. Как по пилотке ладошкой просто шлепает. Ну давай, как там? Я что-то забыл, как съезжать-то на скорости. Что надо жать? Так, хорошо. Да, еще один заход. Все, шлем снял. Теперь у меня появился кувырок. Более-менее внятный, сносный, хоть что-то сделать способный. Давай, уты. Да за что, блядь, ты делаешь? Вот так эту гниду и надо убивать. У него у яичек трешься. И по яйцам ему втаскиваешь. Получаешь удобный момент и пытаешься залезть, сука, на башню. Получаешь по заднице заслуженно. За такую, сука, дерзость. И еще раз ему врыло до сверхушечки. Ну, потому что... Блять, почему этот еблан так кувыркается, сука, нелепо вообще? Хрен там тебе плавал, говно. Отлично, блядь. Просто без шансов. Дело в том, что камера жестко играет на стороне босса, и ни хрена мне не видно. Блядь, вот, сука, на миллиметр. Хорошо, главный герой жопа, это, яйца поджал, наверное. Он хотел уже сюда запрыгнуть, видели, да? Да выпусти, блядь. Сука, урод, блядь, недоделанный. Отходим, отходим, отходим. Кончились, сука. Хилки животворящие. Бежим, дура, бежим. Надо было бабой играть. Все бы сваливал на ее... На ее гендерный признак. А, боже. Может, бомбами ему в рыло набросать, а? А, он как... Пфф. Он бомбами очень быстро убивается. И у меня были эти бомбы, я мог ему нашкелять. Но в первый раз я его проходил именно так. Залезал на лестницу, с мечом прыгал вниз. Заковырял через какое-то время тварь эту. Ух, здоровый гад все-таки, а. Тяжко, блин. Скилл затупил. Эх. Да, но не так тяжко, конечно, как в первый раз было. В первый раз, я думаю, тут... Просто всем миром, наверное, на форумах решали вопрос, как же убить эту мразь. Берегитесь дракона. Да ладно, откуда здесь? Рано еще. Можете, кстати, в комментах писать свои воспоминания, как вы в первый раз
сражались с тем или иным боссом, с какого раза убили, сколько раз вам пукан подорвали. Это Соллер, да, стоит, насколько я вижу? Да, по мне видно, что они из полых. А из каких я, ёптать, я умер, наверное, год назад, блядь. Он стал нежитью. Ну и бронька. Видно, что он такой, да? Толстомясый немного рыцарь. Как на тебя смотрят? Ты на меня посмотри в своей прорези, в своем ведре. Да, блядь, я не то нажал, сука ты тупая. Ну, давай. Our fate has lived in a land brimming with hollows. So what do you say? Да, конечно, поможем, давай. Только я тебя все равно призывать никуда не буду, ибо ты чмырдяй на самом деле. О! Мелок для белого знака. Все, пошел в жопу. Так, надо найти костер. А костра-то здесь. А костра-то здесь и нет. Ах ты, мазафакер. Вау. Ну вот это классно. Это скрипт, от которого, я так понимаю, спасения нет. Да-да, где чекпоинт? Чекпоинт в жопе. Аллилуйя. Вот, видите, а теперь этот петух задроченный сидит там, сука, где и должен, на своем насесте. А, следовательно, ну, первый раз получается, что здесь обязательно приходится сдохнуть, как я понимаю, да? Я боюсь только, что он опять залетит. Он что-то может делать. Это не, он не одноразовый, как бы. Бля, сколько выносливости отнимают удары. Да ты заебал, а. Оу. Блядь, дальность броска поражает просто. Вообще охуенно. Лучше дальности, только меткость. Понятно. Что-то как-то не заладилось с этими латниками. А чё они в блоке-то стоят, не переставая? Да ёб твою мать, блядь. Полный. Но она его так далеко пинком отбрасывает, что потом не достает просто, чтобы ногой ударить. Охеренно. Почему-то я главного героя называю она. Но пацана, он не очень тянет со своими синими волосами просто. Твою мать. Да ладно. Безопасная зона. Да пиздёшь, наверное. Ай, сука. Чё он на них смотрит, а чё он их не сожрет? Я помню, сука, падла, что где-то здесь костер должен быть рядом с этим драконом. Я его убить пытался раз 50. Ах ты, ёб твою мать. Да. Костер действительно рядом. Если не считать того, сука, что я тут уже был. Что это... Это тот, сука, самый костер. Та-дам. Понятно. Ну, я думаю, что для первой серии уже хватит. Целых двух боссов я убил. Целых три раза я сдох. Не больше. И не меньше. Наверное, три, да. Точно. Вот. Ну, короче, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите. И все такое.